Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами, как всегда, я Леха Сметик, и сегодня вместе с вами продолжим играть хэллоуинское обновление на Secret Neighbor. Хотя смотрит не так много людей, люди больше любят смотреть шоу хриплых, шоу «Привет, сосед». Ну да ладно, давайте дадим еще один шанс, побегаем, посмотрим, так сказать. Не знаю, кем я буду сегодня бегать, но давайте, в принципе, лидером и буду бегать, почему бы и нет. А вы, ребят, тем временем ставьте свои лайки. Многие просят, сними «Секрет соседа», но почему-то лайков я не вижу. Давайте начнем. Найти. Нужно найти свою компашку. Вот сразу видно. Реальный пумпкин. Седж. Маруют. Видимо, какой-то известный ютубер. Маруют. О, привет. И кто-то с кем-то здоровается. Возможно, со мной. А может быть и не со мной, я не знаю. Shut up, man. Вот, как обычно. Вот это вот нетоксичное сообщество, которое сразу друг другу говорит что-то вроде «закрой рот» и так далее. Как же я обожаю все-таки постоянно игроков из стран СНГ. Мне кажется, помнится, где-то даже сказали, что в России одно из самых токсичных сообществ, все любят друг друга профилить и так далее. Маму вспоминать там в конце концов. Ладно, все. Пригнали куда-то и погнали. А я буду Васильичем. Буду сейчас бегать незаметненько. Так, пока Пампкин стоит. Пусть он там стоит. Пока его никто не видит. Так, а когда я смогу ловить? Я сразу могу ловить или нет? Так, занято. Все, побежал и от них сейчас толпой. Дети меня окучат здесь очень быстренько. Как-то не хотелось бы. Не хотелось бы. Чтобы дети меня толпой окучивали. Буду стоять здесь. До чего дожился? Стою, прячусь от детей. Привет! Малышка, давай тебе рот немножечко за это. Так, где там еще ребятишки бегают? Бегают, общаются между собой. Я парень простой. Васильич, ловлю. Рот заклеиваю, и все нормально становится. Так, где-то выше где-то говорят. Надо на голову одеть, без кастрюлечки на голове вообще никак. Так. Где же бегают детишки? Так, ага, они бегают там. Все, я понял. Я понял. Так, нужно ловить тех, кто, так сказать, от стаи отделился. Они там все бегают. Все стаи там гоняют. И как мне их ловить? Четверых сразу. Ладно, пошли, короче, сюда еще вернемся. Я еще одну карту второго уровня. Так, это первый уровень. Пошли через окно. Ты смотри-ка, какие умные. Причем они общаются, такие думают, что я их не слышу. Так, а есть где-нибудь этот клей? Если был бы где-нибудь клей, то можно было бы взять за... О, я нашел. Ты сможешь помочь своему другу или нет? Стоять, малой! Подожди, я в клею стою. Да ё-моё, я с клея не могу выбраться. Привет, малой! Как тебе? Как тебе мой хук?
Никто еще не уходил от меня, и ты тоже не уйдешь. Осталось двое. Всего двое. Поймай всех. Это моя ночь. Ночь Хэллоуина. Подожди, она ведь вчера была. Ночь не особо, это и моя ночь. Надо коробочку взять. Всех закидать. Так, где у нас двое оставшихся бегают? Выше бегают, значит, да? Ну смотрите, ребят, не набегайте там ничего себе. Так, здесь заперто. А выше еще они не открывали. Ребятишки! Ребятушки! Вы где? Выходи по одному! Раз, два, три, четыре, пять. Я буду вас сейчас искать. Куда они все ушли-то? Делись куда-то. Опа, привет. Куда он убежал? Ах ты какой, ты смотри-ка, а? Как он умеет. Я все равно тебя поймаю. Никуда ты не денешься от меня. Подожди, он ведь последний остался. И что он будет делать? Да реально, он же последний. Я думал, что их больше еще. Я тебя найду, Мару. Ты ко мне тут приходи. Иди, иди, иди. Ворона сверху. Он где-то здесь. Поймать ютубера — это за честь. Два раза по нему промахнулся. Я прям слышу, как он там ходит. Выходи! Мару! Хоть прессе, хоть не прессе, все равно найду я. Ну тебе все равно сюда нужно идти. Так иди, открывай. Ничего не забывай. Он просто будет бегать, так от меня прятаться. Я могу и 7 минут стоять. Это мой дом, моя крепость. Ну и чё, ну и смысл? Он просто взял, где-то спрятался и всё. По улице бежит. Стоять! Стоять, бояться!
Привет, родной! Все, пора в подвал, родной. Отличненько, отличненько, все дети пропали. Ох, эти детишки вечно пропадают в моем подвальчике. Я так понимаю, может быть, ютубер какой-то. Ну, как правило, ютуберы не пишут, что они ютуберы, и вообще без разницы. Так, ладно, я и побегал. Возьму скаута, буду скаутом бегать. Давай, погнали, Снупи. Или Снопи, Снопи. О, опять Мару. Его прям тянет ко мне. У нас есть доктор мультфильм. Обалдеть, ник, доктор мультфильм. Надо себе ник сделать, доктор перхоть. А чё бы нет? Сектор приз на барабане. Кстати, сегодня нормально, вот началось, первой попытки получилось, карты быстро грузятся. Всё нормальненько. Сейчас меня чуть тут же кто-нибудь поймает. Кто за мной бегает? Не бегайте за мной, я не люблю вас. Так, надо карточку найти. Так, я их побаиваюсь. А то он зашел, закрыл еще. Так, понял, отстал. Пойдем толпой закидаем. Подожди, мы в него стояли, в две каски кидали, как он выжил-то? Блин, у меня же рогатка была. Главное, третий взял, убежал. Мы кого спасали, он убежал. Нафиг оно мне, говорит, все надо. Просто возьму, говорит, и убегу. Так, это кто был? Снопи, по-моему. Нужно карточку найти. Там уже, наверное, все пооткрывали. Либо вообще ничего не пооткрывали. Как обычно все. Всякое случается, всякое бывает. Кого-то все. Нейбор. Ну и чё ты, блин? Да не ползи ты, я тебя поднять пытаюсь. Так, отлично, там ребята бегают, открывают. Я здесь ерундой страдаю. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда-нибудь зайдем. Так, а откуда открыли-то вообще вход на второй этаж? Я что-то вообще бегаю, ничего не нашел. Надо орешек еще найти, подзаправиться. Так, вот это пойдет мне на голову. Нормальный головной убор, так сказать. Блин, заперто все. О, красава, красава. Так, пойдем теперь через улицу. А вот. Нашел. Нашел, нашел.
Первый раз вижу, что просто сосед брал и бежал постоянно от нас. Блин, раньше бы я этот столик нашел, отлично. Отлично, все вообще. Сосед просто говорит «до свидания». Просто сказал «до свидания» нам всем. Вот как я вот... Вот не получается у тебя. Ну, ты дальше, дальше делай. Чё к чему-то, блин? Давай, говорит, возьму, говорит, уйду. Вот не люблю таких людей. Просто берут, сдаются. Сдаются, не надо никогда сдаваться. Всегда есть шанс. Зачем тогда заходить? Чтобы выходить? Непонятно. Где карточки-то еще? Она ж молодцы все. О! Тын-тырын-тын-тын-тырын-тын-тын-тын-тын-тын. Может, там как раз желтого не хватает одного. Я его хоп нашел, и хоп, мы в подвальчик сразу забежали. Ага, красный нужен. Да ё-моё, блин. Вообще не весело. Так, на ключ указывает. Где ворона? Так, 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 нужно второй этаж забежать. Так, синий ключ есть. Я надеюсь, это синего именно не хватает. Туда я сейчас опять прибегу, и синий открыли. И останется красный какой-нибудь. Да, братан, Джан? Хотя в нашем положении, скорее, сеструха. О, все, отлично, все, пойдемте. Убегаем. Пацана просто закидали в самом начале. Он говорит, ну его нафиг, все мне это дело. Доктор Мультфильм тоже покинул нас. Дети победители. Дети молодцы. Что у меня там вообще по монеточкам? 487 монеточек. Что я могу купить? А он бесплатный, что ли? Не знал, не знал. Это вообще для кого? Кстати, почему не показывают, для кого это, например? Вот я не понимаю. Редим, это что у нас? Для кого? А, вот. Для нее нифига себе модные какие штанишки. Ладно, давай я этим буду бегать. Ох, буду шоколадки сейчас воровать. Прям шоколадка за шоколадкой. Прям куча шоколадок. Монструм. Бекаморон. Лорд Аверно, Машоба, кого только нету. Ну давай, давай, давай. Ничего не забывай. Все, 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 залетаем, залетаем, просто берем, уничтожаем. Так, надо набрать сразу все всякой ерунды. Ты чё, братан, споткнулся, что ли, или... Ты где? В подполу залез, что ли? Блин, а здесь закрыто. И как быть? Сейчас где-нибудь Васильич рядом со мной окажется. Васильич! Чего вы падаете-то? Да не двигайся ты!
Все, не благодари, братан. Значит, оказывается, что это Василич накидает мне. Так, какой-то парнишка бегает подозрительный. Так, там, надеюсь, что-нибудь открывает вообще. Я вот здесь вообще плохо ориентируюсь, в этом доме Василича. Here's a gear. Так, ничего не нашел. Ну ничего, кто ищет, тот всегда найдет. Ведь найду обязательно. Тын-тырын-тын-тын. Да что вы падаете-то? Не падайте, ребят. Пацаны, не стреляйте в друг друга. Еще монеточка. Сундучок. Можно, кстати, с собой даже молоко таскать. Нафига я сюда поднялся? Отсюда не выбраться ничего. Да что он падает вечно? Братан, хватит падать. Ты давай там соберись как-нибудь. Может, здесь еще есть? Самый бесполезный Алексей снова в деле. Так, половина времени уже прошло. Для того, чтобы у меня способность появилась. Здесь и нет никого. Здесь тоже по-любому уже все почекали. Активирует радар. Да все закрыто, перекрыто. Куда идти, куда податься? С кем бы мне сейчас взять и разобраться? Нашоба, привет, Нашоба. Как твои дела? Подожди, я слышал, как тот сейчас, по-моему, трансформировался. Так, а где кто? Вообще ничего не нашел. Просто бегаю здесь. Блин. Не вижу нифига. Оно вот даже не это. А что за прикол? А, вон оно, коробкой бегает. Коробочка бегает, бегает. Я найду хоть одну карточку, что-нибудь. Я хочу быть полезным. Бесполезный я. Какой? Так, сейчас у меня появится этот. Так, а этот шкафчик ты не открыл, да не посмотрел. Может, здесь еще есть? Ну, дайте карточку хоть одну-то, ё-моё. Чё, жалко, что ли? Монетка. О! Как раз. Ждал-ждал карточку. Блин, чуть-чуть. А, вот, все. Замечательно, все. Так, теперь мне главное Василича встретить. У меня есть пакет молока. Это уже заявка. На победу. Не знаю, на чью, но на чью-нибудь. Да, блин, здесь открыто. Может, мне в ту тогда открыть сходить, которая большая лестница-то наверх. Я даже не помню, как туда добираться. Где, братан? Так, ну давай я эту хоть открою. Она куда ведет? Во! Замечательно, куда-то дошел. Ключиков нету у меня. Ворона указывает на ключ. Опа! Долетел, молодец! Есть ключ. Подожди, это не ключ. Мне ключ нужен. Так, вот он ключ.
Может, еще что-нибудь есть интересного? Монеточки, монеточки мои. Так, а куда еще третий? А, вот туда можно, да, третий? А как туда добраться? Братан, тебе чего? Hello. Ты чей будешь? Я тебя не знаю. Help. Да я знаю твои хелпы. А как мне пройти-то теперь? Help. Он по-любому меня обманывает. Блин, а как мне слезть-то теперь? Я ведь... Подожди, я не разобьюсь или раз... А, он ушел. Это хорошо, что он ушел. Называется, нашел. Бегу, 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 куда-то я, ты. Так, где у нас вход с улицы? Вообще здесь не ориентируюсь. А, здесь подъем, да, есть даже. До свидания. Приятно было с вами пообщаться, так сказать. А я что, последний оставался, что ли? А почему не пишет, сосед? Наверное, никогда не писала. Не писала. Как-то вот так вот все дело стало. Блин, даже толком не погонял. Изобретателем погонять? Буду шестеренки находить, одену вот такую шапку, чтобы все думали, что я крутой пацан. Так, что еще можно в магазинчике купить? Вон, фотоаппарат, да он мне нафиг этот фотоаппарат не нужен. Так, ладно, все, давай, поехали. Поехали куда-нибудь, заехали. Мачкач, с нами есть Мачкач. Отлично. У кого-то, видимо, там все хорошо. Так. Изобретатель. Так, это какой-то, по-моему, оригинальный дом, не? Ты что-то падаешь постоянно, что так, шестереночка пригодится. Так, здесь ничего нет, а здесь вообще что-нибудь бывает? Наверное, иногда что-нибудь бывает. Вот грибочек здесь есть. Осталось ежа найти. Тебе что надо? До свидания. Тут там бегает с рогатки, стреляет не совсем, видимо, адекватно. А вот тут-то... А, нет, просто разбивали, видимо. Ну ладно, разбивали, чё. Так и будут бегать друг другу стрелять? Подожди, я вообще-то бежал к домику. Только я что-то какой-то кругали отдал, я возле него... Подожди, а где домик? Я что, в том доме? Или не в том? Там уже открывают во все, я тут все бегаю. Что-то бегаю. Это не тот дом. Постоянно их путаю. Так, где война? Где воюют? А где воюют? Так, а что из каких этих можно собрать? Я не помню. Опа. Да что за фигня?
Монеточку возьму. Я монеточку возьму и куда-нибудь пойду. Тут наверх залезу я. Вот такие вот дела. Стой, тут же по-другому было. А, я с той стороны залазил. Чё чудишь-то, а? Ты чё делаешь? Ты нафига сбиваешь-то, а? На вот тебе в ответ. Бегает, блин. Нафига брать, блин, эту шибать? Чё за люди вообще? Да господи, ты что, перепрыгнуть не можешь? Нифига нету. Может, мы что-нибудь найдем уже? Пока Василич не нашел нас. Неплохо было бы. Ну, так, для справочки. О, карточка, замечательно. Две карточки. Отлично, у меня есть две карточки. Братва, я бегу, сейчас все открою вам. И кастрюли еще. Да что ты делаешь-то? Я, блин, зайти пытаюсь, он мне наоборот. Так, здесь посмотреть, может, что найду. Братан, подруга тебе, чего я здесь открыл так-то? Я здесь просто так, что ли, открывал? Так, ладно, надо идти открывать дверь в подвал. Что-нибудь там забирать. Так, два красных ключа осталось. Василий чуть-чуть не вижу я. Вот такие вот дела. Так, а сюда третью надо, да? Значит, где-то выше, вот здесь, наверное, третья есть. Странная какая-то подруга. Ну да ладно, ее правило. Так, два красных ключа. Шар для боулинга пригодится, что таким по Тёмечке прилетает? Какому Тёмечке, блин? По Виталику. Что я вообще несу, Тёмечке? Тёмечке, блин. Да где ключи-то все, ё-моё? Ничего не могу найти. И ключи найти бы мне. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Может быть, здесь есть... Да, но немножко тяжеловато. Так, чуваки, я там все врубил. Можем наверх подниматься. Монетка? Монетки — это хорошо. Синий ключ, а синий он нафиг не нужен. Нужен красный. А, я... А на ружье 8 надо, да? А это так сейчас, да, работает? Ладно, я понял. Так, где красный ключ? Там же синий не надо было, я надеюсь. А то как-то неловко получится. Ладно, пойду наверх. Возьму с собой еще что-нибудь интересненькое. Что-нибудь здесь поищу, что-нибудь там поищу.
Хочу собрать себе ружье. Буду парень с ружьем. Хотя можно взять лом, против лома нет приема. Кроме, конечно, Васильтрона. Да ё-моё, где ключи-то все? Ничего не пойму. А, все уже. Пока бегал, искал как-то это. Я и соседа что-то не видел особо. Ерунда какая-то. Как-то все очень странно. А где сосед? Сосед вообще в курсе, что он сосед? Или нет? Походу, сосед был не в курсе, что он сосед. Вот, наверное, сосед бегает такой. Так! Куда бежать? Да, реально, это сосед был, наверное. Но в надписи не было, что сосед покинул нас. Как-то так. Как-то так все получается. Вот, вот такие вот дела. Ладно, куплю фотоаппарат, пусть будет. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, если вам нравится. Напишите, почаще ли снимать Secret Neighbor или пореже. Если хотите, могу. Могу снимать чаще. Я так понимаю, сейчас у нас здесь хэллоуинское вот это вот оформление, наверное, еще недели две будет. Я не знаю, в смысле. Я, кстати, вот забыл. Напишите, как было в предыдущем году. Потому что следующее у нас, скорее всего, обновление уже будет только ближе к Рождеству. Напомню, что Рождество в Штатах, по-моему, у них отмечается 25-го, что ли, декабря. Это у нас оно 7-го, а там 25-го. Вот, вот такие вот дела. Ладно, ребят, на этом все. Ставим свои лайки, подписывайтесь на канал, пишем свои комментики. Конечно, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем отличного настроения, всем удачи и всем пока. Увидимся.